когда существует система, учи таблицу умножения одно удовольствие. Сначала мы понимаем, а что такое умножение, и разбираемся в этом. А дальше мы берем абсолютно пустую сетку таблицы умножения, чтобы там было 100 клеточек, и начинаем ее заполнять. Причем заполняем таким образом, что ребенку сразу станет понятно. Половина таблицы умножения он знает, ведь 2 умножить на 4 – все равно, что 4 умножить на 2. Особое удовольствие вычеркивать одинаковые клеточки с ответами, которые он уже знает. Мы дальше начинаем учить таблицу умножения, такую, которую легко запомнить. Начните, пожалуйста, ее учить с единицы и десятки. Это же легко, я уже знаю. Отлично, давай это заполним. Мы заполняем части таблицы, и уже становится легче. Уже он видит, что часть таблицы умножения он знает. Дальше. А дальше идет таблица умножения на 2. Ее легко запомнить. Счет пятерками тоже легко запомнить. Итак, у нас уже 4 столбика из 10 легко запомнились. Начинаем дальше.